На конкурс дети читают стихи. Приходченко Илья, 4 года. Автор Казакова Римма. На фотографии в газете. На фотографии в газете нечетко отображены большие, почти что дети, герои мировой войны. Они снимают перед боем в обнимку четверо угла. И было небо голубое, была зеленая трава. Никто не знает их фамилий, у них ни песен, ни книг. Где чей-то шин, и чей-то мир, и чей-то первый ученик. Они легли на поле боя, жизнь начинавшая едва. И было небо голубое, была зеленая трава. Забыть тот год не близкий, мы никогда бы не смогли по всей России обелиски. Как души лучше земли. Они прикрыли жизнь с собой, жизнь начинавшая едва. И было небо голубое, была зеленая трава.